Вечером понедельника на автомобильной эстакаде неподалеку от торгово-развлекательного центра «Броско Молл» автолюбительница не справилась с управлением и протаранила встречную иномарку. Под удар попал совершенно случайный водитель – 67-летний владелец «Мазды Трибьют», который направлялся на центральный рынок купить пульты дистанционного управления для телевизоров. Мужчина поднимался по путепроводу от улицы Пионерской в направлении Ленина по первому ряду. Автомобилистка на «Хонде Стрим» выезжала из конечного переулка с правым поворотом и собиралась спуститься по мосту. Хабаровчанка ошиблась с выбором скорости. На крутом вираже ее машина сорвалась в занос. Иномарка вылетела боком на встречную полосу, где сначала протаранила отбойник, а потом врезалась в синий внедорожник. Шофер «Мазды», получивший права больше 20 лет назад, пытался увернуться. Ее занесло. Вот. Она во втором ряду ехала. Занос видно. Занесло и ударило в отбойник. Я ушел от нее во второй ряд. А она меня догнала от отбойника, я отрикошетила. Минивэн горожанки чудом не зацепил еще одну машину. Пострадавших в аварии не оказалось. Автолюбительница вину признавала. Придумать какую-либо отговорку тут было невозможно и бессмысленно. Для оформления аварии были вызваны полицейские. Страховые полисы имелись у обоих водителей. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Уферов.